Сейчас посмотрим, как удастся футболистам Барса справиться с игроками Дуслара в серии пенальти. Наверное, психологическое преимущество все-таки на стороне синегранатовых, потому что, ну, такие эмоции, да, на стороне Лихонина тем более. Такие эмоции, конечно, вот сейчас очень любопытный момент. Там Лев Данко и Сергей Лихонин между собой разговаривают, что-то друг другу рассказывают. Ну, обсуждают они этот момент. В общем-то, я думаю, спросил Лев Данко обязательно у своего визави, бил ли тот или действительно грузил. И Лихонин задал, наверное, ответный вопрос, как же так все получилось. Но вот... Ну и серия пенальти, в которой Сергей Лихонин однажды уже на этом турнире героем стал. Посмотрим, удастся ли ему повторить. Лев Данк, как Ежи Дудик, по линии мечется и отражает удар Ратникова. Молодец! Встает в такую красивую стойку. Ну, можно сказать, что частично он уже начал, да, вину искуплять. Если сейчас Лев Данк серию пенальти для своей команды выиграет, то, наверное, нельзя его будет винить за этот пропущенный гол. Просто нужно ему взять сейчас карты в свои руки и совершить вот этот подвиг. У мяча Виктор Косачев. И он точен. Повели футболисты Дуслара в серии пенальти после первых ударов. И идет исполнять удар. Нервничать можно, сбить этот настрой. А Сидин такое ощущение, что такой, оп, побыстрее, чтобы... И сейчас с улыбкой может спокойно к своим партнерам возвращаться. Свое дело он сделал. Лев Данк присел пообщаться так с Алексеем Павленко перед пробитием удара. С мячом, да, заворожил мяч. Павленко бьет, но не получилось. Да, вот здесь есть у нас обсуждение, что игроки, забивающие в матче, не забивают в серии пенальти. И Курамшин тоже не забивает. Тащит Лихонин. И выравнивает эту серию. Да, сейчас пятый удар у нас. Пятый удар, и у мяча Сергей Харламов. Ну а подозреваю я, что у Дуслара на пятый удар выйдет Илья Шайфердюсов. Но посмотрим, что будет. Харламов. Едва-едва угадал Лев Данк направление полета мяча, но не смог вытащить этот мяч. Может сейчас все решиться. Если, допустим, в 1/4 вчера мы увидели очень много вратарских сейвов, то сегодня в основном бьющие игроки точны. Разбег, удар. Да, Лев Данк выручает. И сейчас есть шанс у коллектива Дуслар оформить выход в финал. Кто пойдет исполнять этот решающий удар? Небольшой фальстарт в исполнении Дуслара. Но не случае... фальстарт. Отправились они просто вратаря, может быть, подбодрить. Да, фальстарт немножко, может быть, и был. Соглашусь я тут с тобой. Но просто необходимый заряд тоже дать эмоций. И Марат Закеров сейчас может решить исход этой встречи. Хотел бы я обратить внимание на то, как сейчас игроки Барса... Да, на поле находится. Такое ощущение, что не верят они в свой успех. Да, и обращают наше внимание на то, что другой мяч сейчас взял бьющий игрок. Лихонин прыгает на линии. Удар выручает Сергей Лихонин. Возвращает надежду Барсу. Ну, Лихонин, конечно. Сергей Краха. Готов уже вступить в дуэль со Львом Дангом. 10-й номер Барса. Миниатюрный полузащитник, разбег, удар, выручает снова Данк! Кто будет бить? Не идет Илья Шайфердюсов исполнять удар, не могу понять почему. Но вот не верит вроде в себя. Вроде бы... Может быть, Льву дать шанс пробить? Да. Да, Лев Данк сейчас будет решать исход этого матча. Вот... Скажу я вам, что исполнял этот футболист пенальти, есть у него в резюме забитые мячи. Давайте посмотрим. Очное противостояние. Разбег, удар, гол! Дуслар в финале чемпионата России. Шикарный матч, шикарная интрига и шикарная игра. Обе команды были достойны победы. Я не побоюсь этих слов. Барс проявил великолепный характер, вытащил мертвый матч. Сергей Лихонин просто божественно сыграл. Забил шикарный гол, в серии пенальти выручал столько, сколько мог. Но я думаю, что Лев Данк заслуживает того, чтобы простили ему эту ошибку досадную, которая заставила понервничать футболистов, болельщиков Дуслара.
Рядом со мной находятся, безусловно, герои этого матча, Лев Данг. Лев, у тебя, ты проделал путь вот сейчас за там 10-15 минут от практически антигероя до героя. Вот сначала давай момент неприятный, удар Сергея Лихонина. Что там произошло? Почему не смог спасти команду? Ну, во-первых, последние, можно сказать, 5-7 минут мы прижались к своим воротам. Вот. В момент удара, честно говоря, не видел. Видел, наверное, метров за 5, когда он уже был у ворот. И начал вилять немножко влево. Я его достал, но не получилось мне отбить. Какие были ощущения перед серией пенальти? Честно, то уверенность. Единственное, что было. Ты всегда так гипнотизируешь соперников, садясь перед мячом, присаживаясь, глядя в глаза? Если честно, это просто я старался увидеть, как он там стопу поставит, куда он посмотрит, куда вскинет взгляд. Вот, это уже свои секретики маленькие. А ты вчера забил гол, по правилам футбола, и в том числе правил ФЛ чистый, который засчитан не был, ну так вот вышло. А обидно было вчера, я не думал об этом, когда сейчас шел бить пенальти. Ну, не обидно было, я все равно этот гол выложил в Инстаграм, вот, и поэтому все нормально. Ребят думают, что я забил, поэтому... Ничего страшного. Тогда какой у тебя в Инстаграме аккаунт? Я вот лично сам подпишусь, и я думаю, что наши зрители, многие тоже. Лев, нижнее подчеркивание, Данг на английском языке. Отлично. Ну что, в финале «Динамо-Саратов», они чемпионы России, команда, которая здесь здорово играет и является фаворитом турнира. Но в финале, во-первых, наверное, фаворита уже не будет, и матч обещает быть очень интересным. Чего ты ждешь от этого противостояния? Насколько хорошо знаешь соперника? Ну, на самом деле, я знаю соперника вот, по твоим словам, поэтому я не знал, про что они там чемпионы, нет, я сейчас только узнал, поэтому я думаю, будет битва. Но будем стараться выиграть этот турнир. Для этого мы сюда и заявились. Будем отстаивать Республику Татарстан. Ну что ж, не буду тебя больше мучить. Иди к команде, принимай поздравления, готовься к финалу. Спасибо.